Запорожцы также продолжают собирать помощь для жителей Авдеевки. По поручению городского головы Владимира Буряка, работники горосполкома, а также коммунальных предприятий и учреждений собрали деньги. В областной организации Красного Креста пакуют посылки с предметами первой необходимости. Запорожские школьники подготовили теплые вещи для детей, волонтеры принесли одеяла и пледы. Представители Красного Креста говорят, каждый желающий может приносить вещи или продукты питания в штаб организации. В ближайшие дни машина с гуманитарной помощью отправится в Авдеевку. Буквально за один день было собрано почти 50 тысяч гривен. Это люди добровольно действительно собрали. И мы связывались с главой временной администрации города Авдеевки. И он порекомендовал, скажем так, связаться нам с теми общественными организациями, которые непосредственно работают там на месте и проводят там работу, что это там те организации, которые действительно существуют. Приносить ваши пожертвования, ваши теплые вещи, продукты питания можно в офис Запорожской областной организации общества «Красный Креста», который находится по адресу улица Почтовая, 4А. Это бывшая улица Горького.